Последняя пресс-конференция в администрации Ульяновска была посвящена работе теплоснабжающих организаций и профилактике техногенных аварий. Чрезвычайная ситуация, произошедшая в прошлый четверг в Пензе, заставила ульяновских коммунальщиков досконально проверить свое оборудование. По заверению компании «Т-Плюс», все теплоисточники работают в штатном режиме. Ну, конечно, резонанс эта ситуация приобрела, совершенно все понятно, но тем не менее, к таким подобным аварийным моментам мы все подготовлены. В городской администрации сообщили, что уже ведется подготовка к ремонтной кампании по замене водопроводных, канализационных и теплосетей Ульяновска. Износ сетей только в областном центре находится на уровне 50%. Мы, значит, шли навстречу и совместно с администрацией города практически до последнего продлевали сроки ремонтных кампаний с одной лишь целью. Это дополнительная работа, которую Т-Плюс выполнял на сетях по обеспечению надежности и закольцовки систем, с тем, чтобы в случае выхода ТЭЦ-3 мы могли запитать от ТЭЦ-1 и так далее. То есть эта работа проведена, и вот так, значит, даст Бог, мы гарантируем, в отличие от Пензы, от таких ситуаций. Ремонт планируется на уровне 3-5% по каждому виду коммуникаций. При этом, чтобы водоканалу заменить 56 километров старых чугунных труб на современные, понадобится более 100 миллионов рублей. Для получения такой суммы есть два варианта – повысить тарифы в 3 раза, что, разумеется, не выход, или же выделить деньги из бюджета. Поэтому среди задач руководства города значится изыскание источников финансирования и защита тарифов. Дарья Сутрева, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.